Ой, привет, мои родные, мои хорошие. Что-то я так после полета вчера устала, что даже не это, не успела к вам выйти в эфир. Я подмерзла, поэтому, представляете, уже в шубе. Это же все, это трэш. И меня смотрят, как я не знаю на кого. Выпуск будет очень жесткий. Я решила заранее написать пост, чтобы те, кто болел за меня, за Кристину, были морально готовы к тому, что они увидят, к сожалению, и услышат в этой передаче. Хорошо выгляжу? Спасибо, родные, мне очень приятно. Мамочка уже в Жуковском, в детской музыкальной школе. К деткам поехала, она же преподает у меня фортепиано для детей. Спасибо, мне очень приятно, что вы меня поддерживаете, что вы меня любите. Мне это придает такие силы, вы даже себе не представляете. Похорошела. Ну, я сейчас ходила на массаж, потому что я немножко поднабрала, немножко, после Мальдив, на радостях. На передаче жестко все было, настолько, что я после этого заболела. Просто я вам об этом не говорила, пока она не вышла в эфир. А сейчас я вам уже сегодня решила написать пост и рассказать. Кристина болеет. Вот. Она побаливает. Но тоже, видать, перенервничала. Не забывай про свой талант. Я не забываю, я ногти сняла, играя на скрипке. На Мальдивах даже играла, поехала каждый день. Скучала по скрипке, играла поэтому. Ой, мне кажется, столько сообщений приходило, а я не видела. Сейчас пролистала наверх и увидела. Почему вы расстались? Ой, да это смешно, потому что мне нужен мужчина, от которого я рожу ребенка, а не тот, который будет менять женщин, когда ты уезжаешь с мамой и с ребенком в Турцию, а он ходит по клубам и всех подряд имеет. Это же просто позорище. Привет, сон. Простите, всем привет, родные. Тем, кто присоединился, привет, мои золотые. Да, спасибо. Я начала пить антибиотик. Мне выписали, сейчас скажу, какой, флемоксин салютап. Маша, как ты выздоровела? Ну, вот пью антибиотики, полегче. Ну, насчет слов про него я не буду комментировать. Эфир сегодня или завтра? Я вам в сторис выложу. Но эфир будет жесткий. Да, это была наша программа, пусть говорят. Мне стыдно. Не, ну не то, что стыдно, но я очень жестко сказала и Прокловой, и Поплавской, и всем я говорила, что я думаю о них. Мне было плевать, кто. Просто мне хотелось, чтобы была справедливость. И я договаривалась, что Кристине помогут и поддержат в ее начинании, что она набрала вес. Расскажем про врача гениального, а в итоге вышло все не так. В итоге вышло все жестко, страшно, больно. Не хочу даже вспоминать. Ребят, не спрашивайте меня, что было. Мне потому что плохо было. Так, умничка. Да, я всегда решила говорить правду. Не, просто знаете что? Веснушка, моя дочь. Просто я хотела, чтобы люди узнали там о гениальном враче, о том, что можно набирать вес без медикаментов, о том, что есть методики потрясающие. А Кристине просто сидел врач и сказал психиатр: ой, у меня таких трое умерло. Это вообще как? А после передачи ко мне еще подошла эта врач и говорит: слышь, ты так расползлась, типа, как ты выходила из анорексии, ты так расползлась. Вы представляете, какие это врачи? Ладно, не хочу. Как дела? Здравствуйте, мои родные.
все хорошо. Это я жалуюсь, жалуюсь. Да, все, я улыбаюсь. Веснушечка, дочь моя. Кристина, да, набирает. Набирает потихонечку вес. Казахстан, привет, родные. Эфир либо завтра, либо сегодня. Да, я-то пришла на передачу, потому что я рассчитывала, что расскажут про методики врача, про Кристину, поддержат ее. А начали так нападать на меня, на мою маму, на... Ну, короче, все, не хочу. Сколько она набрала? Ну, 1,5 килограмма где-то. Мордовия, я у вас была в Саранске, кстати говоря. А, значит, эфир завтра, да. Потому что я, наверное, прилетела как раз так. Я прилетела. 23 число это какое было? 23 число, день недели, какое было? Вот я 23-го прилетела. 24-го я встретила Кристину в аэропорту. А 25-го был выпуск. 25 число, это какой день недели, вы не знаете? Был. Сейчас я вам скажу точно. Вторник, все, завтра эфир. Все, завтра эфир, все. В Бельгию. В Бельгию. Я должна же, кстати, была учиться у вас в Бельгии. В Тане Самуил. На скрипке меня приглашали в постградиэйтед. Спасибо, мне очень приятно. В Москве погода, кстати, сказочная сегодня, как никогда. Такая теплая, такая приятная. Совсем скоро, в четверг, будут большие изменения в моей внешности. Так что... Ждите. Буду меняться. Привет, моя дорогая. Дагестан и Бала. Любишь... Да, я люблю всех. Мне не важно, кто, по национальности, откуда. Главное, чтобы люди были хорошие. На проект вернуться не хочешь? Ну, как? Я хочу уже семью, детей. А мужчины, которые на проекте, они, к сожалению, больше проектные. Я даже вот сегодня с Марго общалась, потому что Сорока за ней не ушел. Она просто в шоке. Я говорю, ничего страшного, за мной Андрей тоже не ушел. Это нормально для проекта. Погода, смотрите, какая погода в Москве, это же сказка. Солнце сияет. Это же просто удача нереальная. Челябинск, привет. Сегодня хорошо, да? Спасибо. Это я выпрямила волосы и шубу надела свою. Она, кстати, вязаная, так мне нравится. Вязаная такая приятная и теплая, и не громоздкая. Проблема булимии, конечно, я болела булимией, страдала. Хочется похвалить, но не за что. Кого не за что? 11 километров. Да, Марго выгнали, к сожалению, с проекта. Я прям расстроилась. Она такая девочка хорошая, мне нравилась. Калининград, привет. Да, в субботу ушла. О, Минск, родные мои, привет. Скучаю по Минску. Мне очень у вас понравилось, когда я была летом. Очень. И люди такие доброжелательные. И узнавали все. Очень приятно было. Веснушечка. А что случилось у Лизы с Лешей? Я просто не знаю.
Что случилось у Лизы с Лешей? Самара, привет. А Лиза с Лешей что, расстались? Я просто не в курсе. Мне пишут многие. Подождите, кто сказал, что они расстались? Я не верю, что они расстались. Почему они расстались? Какие планы в дальнейшем? Миллион планов. Ребят, я вас очень люблю. Короче, подождите, мне мамочка звонит. Кашу будем, давай. В ком едем?